하는 것이죠.
Ну, такой, друзья, получился стол под акустику, я так понял, или музыкальность, потому что здесь будут микшеры, судя по картинке, что мне скидывали. Делал его не по размерам, знал только высоту и ширину стола. Все остальное пришлось методом научного тыка вычислять. То есть вот эти все размеры, нету нигде чертежей по ним. Никаких. Даже углов этих, под каким углом, они тоже вы не угадаете. Вот, делал просто по картинке. Кому видео интересно было, не забудьте поставить лайк. Потому что тут я до конца его не стягивал. Здесь, видите, ламели стоят вставлены. Не все закручивал. Нижние уголки вот эти черные, пластиковые, я их тоже еще не скручивал. Здесь будет синтезатор у нас. Вернее, не у нас, а у них. Сейчас его буду разбирать и отправлять уже в Москву. Сосновый стол под черным матовым краской автомобильной. Матовый такой столик получился. Конечно, сосна — это не лучший материал для такого стола, это лучше бы, конечно, делать. Из бука, ну если уж прям бюджет, то какой-нибудь ДСП, наверное. Сосна очень плохо держит в себе конфирмат, ну и все остальное. Ну, если один раз его собрать, стянуть и на нем не плясать, он, может быть, еще проживет и подольше. Вот такой вот столик. В принципе, может быть, ничего сложного, но хреново, когда ты только видел видео, картинку. Не знаю других остальных размеров, ни высоты, ни ширины, даже углов, под каким это все делалось. Ну вот из-за этого.
Здесь все должно выдержать синтезатор, выдвигушника, полка, все согласно размеру. Всем удачи, друзья, и пока. Не забудьте подписаться. Будет еще очень-очень много подобного видео. Удачи.